Bună ziua, dobrý deň. Dobrý deň. Stimați invitați. Уважаемые гости. Iată că am ajuns astăzi. Вот мы и пришли. Deci să încheiem tabăra de tabăra internațională de pictură. К логическому концу нашего пленера по изобразительному искусству. Având ca temă natură, peisaj și arhitectură tradițională. С тематикой натура, пейзаж и традиционная архитектура. Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce ați muncit. Хочу вас поздравить с вашими успехами, которые вы достигли в своей работе. Lucrările sunt extraordinare. Ваши работы чрезвычайно хороши. Aș vrea să ne prezentăm acum, deci fiecare, deci ca să știm deci fiecare unde lucrăm, unde muncim, asta pentru a putea face o viitoare colaborare. Сейчас каждому автору будет предоставлена возможность, чтобы себя представлял, где работает, чтобы на будущее мы имели еще более плодотворное сотрудничество. Voi începe cu mine. Начну с самого себя. Deși ne cunoaștem deja, iar aș vrea să mă prezint. Eu sunt Василий Попович. Хотя мы давно уже знакомы, меня зовут Василий Попович. Sunt директор Алуни Камин Культурал din localitatea Репедя. Я директор Дома культуры в населенном пункте Репедя. Și totodată membru fondator și președinte al Fundației Uniunii Русилиор din România. И одновременно я являюсь членом, соучредителем и директором спилки Союза Гуцулии в Румынии. Astăzi mă aflu între dumneavoastră și în calitate de organizator al acestui proiect. Сегодня нахожусь среди вас и в качестве организатора данного проекта. Vreau să mulțumesc Consulatului General al României din Cernăuți. Хочу поблагодарить Генеральное консульство в Румынии в Черновцах. Pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în vederea propunerii unor artiști ca dumneavoastră. За ту поддержку, которая нам была предоставлена в поддержке поиска таких прекрасных авторов, как вы. Deci, vă rog, la cuvântul și trebuie să mi-o prenea. Мене звуть Людмила Богдан, я художник, член Національної спілки України, Чернівецького відділення, художник, який любить фольклор, любить нашу Буковину і прославляє її красу. На цьому пленері мені багато чого відкрилося, такого несподіваного і яке надихнуло мене на нові твори. Я маю надію на те, що наша праця продовжиться. Хотілося б бачити золото цих гір, хотілося б нових зустрічей. І велике дякую за те, що запросили мене на цей пленер.